Привет-привет, зайчик! И сегодня... Стоп, ты что-то снимаешь, Кать, какой-то влог? Ну, не совсем, Кевин. У нас сегодня челлендж. Стоп, а что за челлендж? Я чего-то не знаю. Ну, как тебе сказать челлендж? 24 часа ты живешь без меня. Дома один. Стоп, а в чем, собственно, прикол этого челленджа? Ну, как тебе сказать, узнаю, сможешь ли ты без меня или нет? Ладно, я понял... Отказаться я не могу. А что ты будешь делать в это время? Ну, как тебе сказать, Кевин? Я буду заниматься своими любимыми делами. Кушать, спать, отдыхать, ездить куда-то по городу и так далее. То есть, в принципе, отдыхать. Как-то так. Стоп, а как я узнаю? Нет, Кевин, все в таком желтеньком, беленьком конвертике, такой солнышком, лежит в почтовом ящике, Гай, там больше все задания. Да, Кевин, ты все правильно понял, я пошла отдыхать. Стоп, ты что, лизнул мое мороженое? Ты совсем? Ну, а что, нельзя? Нет, Кевин, нельзя. Так, все, Катя ушла, где там ее конвертик с солнышком? Так, это не то, а вот он, вроде он. Я справлюсь. Я справлюсь, я буду нормально, все будет. Так, и первое задание – сделать полезный завтрак. И не есть на завтрак дошик? Вы, наверное, издеваетесь. Как это не есть на завтрак дошик? Ладно, раз Катя сказала, придется сжечь кухню. Ой, точнее, приготовить завтрак. Да. Так, что у нас в холодильнике есть? А, ну тут есть рецепт, и вроде это все должно быть у нас в холодильнике. А, ну да, мой дошик и Катины полезные продукты. Так, делаем салатовые листья, и теперь ставим сюда письмецо и начинаем жарить яйцо. Короче, у меня такой рецепт, что я должен пожарить яйцо с салатом, и потом еще какой-то салат вроде с курицей или с чем-то. Сделать, короче, magic. И что-то еще, по-моему, там... А, ну молоко себе налить. Ну, вроде все. Так, а теперь делаем... Блин. Magic. Вот теперь magic реально получился. Вот такое блюдо.